Поздравляем вас всех с наступающим праздником. И хотим внести некоторый такой хаотический геологический порядок в наш весенний вечер. Ну, поскольку большинство людей здесь геологи, им, безусловно, понятно, что Земля, на которой мы живем, когда-то была большим газово-пылевым облаком, и в те исторические времена она образовывалась, вращалась, потом что-то там консолидировалось, кто-то назвал это время археей, ну и так далее. Вы знаете эту нехронологическую шкалу. И мы сегодня хотим в нашем песенном вечере следовать такой геохронологической песенной последовательности. Значит, ну, дело в том, что понятно, что все песенное творчество, во всяком случае, ну, наверное, и не только геологоведческий институт, всех московских институтов, не только московских. Примерно так же, да, родилось из некого облака творческих людей, начинающих жить в период, послевоенный период, откуда, собственно, и появилась авторская песня. Мы, к сожалению, не могли, так сказать, сюда пригласить всех первых авторов, которые пели, писали в Белгородском институте. Но тех, кого мы сегодня пригласили, мы как бы тоже разбили на некие эры. И для того, чтобы как-то представлять каждую группу авторов и исполнителей, мы подготовили для вас некие такие переписки. Вот. Ну это правильно, да? Знать, что любой геологический этап, один от другого, отделен такой большой перестройкой. Вот эту перестройку мы будем отождествлять мы. Сейчас первое. Да, что такое? Мы забыли сказать, что следуя геохронологической шкале, вот первые исполнители, которых вы уже услышали, безусловно, это наш песенный архив.